на дороге? Дорожные знаки, они, в общем, полезные. О. Без них мы бы тут ездили каждый как хочет. Ну а что в этом плохого? Видишь ли, на дороге как в жизни. Есть свои правила и порядок. Нужно быть вежливым, пропускать других. Видишь, впереди желтый ромбик. Он означает главная дорога. Так что у нас преимущество. Ого! Мы главные! У нас преимущество! Не у одних нас преимущество. Главные тут не мы, а скорее дорога. Ну, то есть она главнее, чем вон та, например. А кто главный на дороге, так это регулировщик. Видишь, командует. Показывает, кому стоять, а кому ехать и в какую сторону. Даже не знаю, что бы мы все без него делали. Как только мы жили без всего этого. Надо срочно начать регулировать движение у нас дома. И знаки ставить. Инспекторы Рики и Тира готовы приступить к несению службы. Водитель в желтой кепке! Стоп! Вы что, не видите красный? О, отвлекся. Простите. Больше такое не повторится. Пожалуйста, внимательней. Ага, вот и желтый. Сейчас будет зеленый, и я поеду. Сначала синий. Синий? Как это? Для движения по воздуху. Голову вниз. Благодарю вас. И помните, разрешено движение со скоростью не больше 2 кракенов в секунду. Водитель с фиалками. Соблюдайте дорожную разметку. Сплошную цветочную не пересекать. Мы еще не докрасили. Мой пирог. Ожесточенная борьба за мяч на левом краю поля. Нарушение правил и, кажется, будет пенальти. Да, исход матча решится в ближайшие минуты. А у вас, дорогие зрители, есть несколько минут, чтобы подкрепиться. Водитель с попкорном, стойте! Камера зафиксировала превышение скорости. На 0,5 кракена в секунду. Продолжаем, дорогие любители футбола. Итак, кто же выиграет сегодняшний матч? Удар, мяч в сетке! Какой гол! Какой гол! Как жаль, что нам не покажут повтора. Пропустил. Ой-ой. Инспекторы, хотите отличную новость? К нам едет маршал автоинспекции награждать особо выдающихся сотрудников. Ура! Да, но сперва он у вас примет дорожный экзамен. Экзамен? Здравия желаю! Те, кто успешно пройдет тесты нашего ведомства, получат торт! Готовы приступить? Готовы! Тогда удачи! О, надо снять это историческое событие! О, стоп! Ошибка! О, и здесь нарушение! По кружкам двигаться исключительно на цыпочках! Зеленый свет только для кракенов. Но повторникам разрешено и динозаврам. Полосатые линии только для тех, кто в полоску. Разве не очевидно? Плохо знаете правила, очень плохо. Так что придется тортик есть самому. Нечестно! Что за глупые правила? Таких знаков на дорогах нет. И светофоров тоже. Ага! Значит, поняли, наконец, что нехорошо менять правила движения на свой вкус. Ой, дедушка! Кто-то, думаю, знакомый голос. Мы больше так не будем. Честное слово. Вот-вот. Надо, чтобы у всех были одни правила. Молодцы. Пойдемте попьем чайку. У нас же есть торт. Надо будет придумать светофор для воздушного транспорта. А то начинается неразбериха с квадрокоптерами.